Ладно. Слышишь, передать привет моему физруку, который в школе меня освобождал от физкультуры по состоянию здоровья. Получается. А, здесь просто нет. Ну да, можно и так. Просто сразу видео захват, ну, быстрый. Нажимаешь. Включить, да? Угу. Ну вот, пошло время записи. И кто считал, что у меня ограниченные возможности? Ты если что, там настраивай там как-то, да? Расширенные потребности. Я тут разговариваю, он тут меня перебивает. Я говорю, тем, кто передаю привет тем, кто считал меня неполноценным человеком, смотрите и завидуйте. И какой у вас там клуб там? У нас в Перми там. Ну, привет им передавай. Да, в общем, они говорили, что это нереально, мы сейчас докажем, что это реально. Так, значит, ручки лучше вот за этого держаться, да? Потом, это сам, после отцепки вы можете просто руки там взять Маш, да, вот, ты не забывай, там, снимай сейчас все это дело. Как-то вот так вот, да? Да, я боюсь ее уронить. Она привязана, не бойся. Да? Так, мы решили, все работает. Так, как работает? Вот так, да, это что? Смотри, берешь здесь за ремень и вот здесь чуть-чуть пониже. Мама. Да? И поднимаем. Так. Ир, командуй. Саша, давайте отойди сюда. Да. Сереж, тандем готов? Пошел, пошел. Вот это крику. Если что, можно и рекламку подтянуть. Тоже вставлю. Какой еще? Я просто говорю, можно и рекламку сказать. Ну что, привет этим, как бы, Флаве, как называется? Ой, забыл. Кирскому клубу. Ну да, привет. Да, здесь открытое. Мы на такой же, да, высоте были примерно? Скажи, пускай ручками попашет. Она там летает. А как группа-то у вас называется? Крыло ветра. Крыло ветра. Мэпка закончится.
Ого. По-моему, мы так не кружились, да? Мы спокойно летали. Так, мы по бокам поделали. Не страшно, Маш? Это вообще прикольно, до конца не страшно. Я сейчас вообще просто разревусь, наверное. Блин. А еще самое классное, когда видишь коляску свою снизу. Так, сиди, Маш, тогда попусти. Че, ноги не трясутся? Руки не трясутся, покажи-ка вот так вот. Трясутся. Это было круто вообще просто. Короче, факт тем, кто говорил, что это нереально. Это реально. Я знаю точно, невозможно. Возможно, невозможно. На тряпке в небо полететь неосторожно. Ну так, чуть-чуть. От ветра. Это круто. Это мега круто. И реально после первого полета понимаешь, что мало. Да опять не в фазу мы взлетели, сплошные минуса опять были. Ну не все. Ну когда вот так вот завертело, это вообще было круто. Я видел, и как ты орала там. А что там было слышно, да? Да конечно. Да. Ну я вроде не громко орал. Происходит, там вообще не слышно нормально. Сейчас мы тогда нам надо. Может поддержим и коляску надо будет подкатить. Да, я встала и побежала, короче. Давай, Сань, подкатывай. Куда идти? Это не просто круто, это вообще мега круто. Я, если что, флешку свою дома забыл, оказывается. У меня камера заряжена, но... У меня реально это... Паркинсон какой-то. С ребенком полетишь или мне? Вот ты. Я сейчас первую треть затяжки на тримерах.